关了孤单的火车，双眼像夜的颜色，关幸福是什么，不掏心就不会痛了，我强迫我记得，没有安慰的，没有笑容的，在风里长大了，融化我冰冷原则，用灿烂到底的神色，去浪漫了曲折，让我怀疑我是错的，敢付出才快乐，只远远伴随着，默默呵护着，也觉得胸怀中星星亮了，你叫心爱却带来伤害，我的关怀，我的安排，都变成误解和责怪。你叫心爱，让痛苦常在我努力割舍，努力掩埋。Мама, я помогу. Не нужна мне твоя помощь. Сама могу. Ничего, поднимайся. Ничего. Ты не моя сестра. Что ты вытворяешь? Она хотела помочь, она же ребенок. Почему толкаешь ее, злость срываешь? Разве ты не должна быть благодарна любому, кто пытается тебе помочь? Сказать спасибо? Тем более она твоя родная дочь, посмотри. Затюкала ее. Совесть-то есть. Почему ты такая? Своими делами занимайся, а в мои не лезь. Я ее дядя, мне есть дело. Дядя, ты же сказал, что голодный. Пойдем, поедим лапши. Поедим, я сыт уже. Пойдем. Говорю тебе, я много терпел. Но сейчас все выскажу. Дядя! Не хочу я есть. Я хочу. Пойдем, а? Самой сходить, у меня денег нет. Идем, дядя. Ладно, идем. Ну и достала меня твоя мамаша. Скажу тебе, я так разозлился, никто не смог бы меня удержать, если бы не уважение к тебе. Опять треплешься. И правда, дядя не должен был тебе это говорить, и я снова забыл. Ты только что выставила меня пустозвоном, да? Ешь давай. Дядя, как ты и говорил, я слушалась, делала, что велят, была послушным ребенком. Почему же мама меня ненавидит? На самом деле, она не ненавидит тебя. Это все вина того гада, твоего папаши. Ты очень на него похожа. Вот мама и вспоминает о нем, глядя на тебя. Иногда чувство это плохо. Тебе пока не понять. Так это не я плохая. Ты всего лишь ребенок, многого пока не понимаешь. Подожди, когда-нибудь она освободит свое сердце от тяжести, станет относиться к тебе лучше, будь уверена. Давай, кушай лапшу. Мать, правда, тебя не ненавидит. Не веришь? Хочешь, докажу. Когда вас выписали из больницы, твоя мама сказала, что не жалеет, что родила тебя. Правда? Если вру, не видать мне славы ни за что в жизни. Говорю, в тот день дождь лил, как из ведра. Твоя мать под дождем. Одна одиношенька. С волос стекает вода. В глазах слезы. Поднимает лицо к небу и кричит. Я не пожалею. Ни за что не пожалею. Чего орешь? Полночь, люди спят. Простите. Ах ты, говнюк. Хочешь еще воды? Извините.
Мы не нарочно. Да ты ничего не понимаешь в искусстве. Простите. Да он просто завидует. На чем мы остановились? Ты хочешь, чтобы твоя мама перестала вспоминать о твоем отце? Но она точно не жалеет, что родила тебя. Так что не переживай по этому поводу. Однажды мама впустит тебя в свое сердце, вернет тебе любовь. Верь мне. Дядя, неужели если буду послушной, это поможет, и однажды я увижу мамину улыбку? Конечно. Обязательно. Точно. Сегодня дядя получил зарплату. Все здесь. Слопаем лапшу и пойдем за карандашами. Да! Резиденция семьи Йен. Председатель вернулся. Маньпин, смотри, кто здесь. Дедушка! Деда Дигдуля! Пап, ты почему не предупредил, что возвращаешься? Пинтау бы тебя встретил. Правда, отец? Секретарь Гао встретила меня. Не хочу причинять вам неудобства. Дедушка! Внученька, рассказывай дедушке, как твои успехи. У меня есть для тебя подарок. Отец, Сяолинь будет представлять свою школу на танцевальном конкурсе. Все возлагают на нее большие надежды. Да, папа. Даже в Англии сказали, что у нее высокий уровень подготовки. Приглашение прислали для поступления. Я хочу внучку послушать. Что вы встреваете-то? Может, вам игрушки ее тоже показать? Папа, что ты такое говоришь? Простите, отец. Мы слишком нетерпеливые. Да, уж слишком. Секретарь Гао. Да, председатель. Передайте подарок Йовэй, няне Джан. Хорошо. Скорее поблагодари дедушку. Спасибо, дедушка. Смотри, что тебе привезли. В чем дело? Что за выходки? Как ты обращаешься с подарками? Оставьте. Парень не виноват, что вот так избалован. Незачем его ругать. Ну-ка, Елене, вот и твой подарок от дедушки. Какая красивая! Через несколько дней твой день рождения. Дедушка желает тебе счастья. У дедушки еще много дел, и он не может поиграть с тобой, но завтра мы вдвоем отлично повеселимся. Хорошо. Приветствуем знаменитого Юйтяна, блистающего на сцене. Танцуем. Сяофэй. Сяофэй, запомни дядины слова. В будущем, какие бы трудности тебе не выпали, не сдавайся. Человек, сделавший все возможное, просто не может проиграть. Дядя! А ты знаешь, где мой папа? С чего вдруг такие вопросы? Хочу, чтобы он признался маме, что совершил ошибку. Ведь может же быть, что это была ошибка. Тогда мама перестанет на меня злиться. Все это время он избегал нас. Я искал его. Боюсь, третьев придушил бы. Думаю, не дожил бы он до сегодняшнего дня. Дядя, но ты же знаешь, как его зовут? Скажи, а? Позабыл давно уж. Ну, дядя! Кому сказал? И не будем к этому возвращаться. Если твоя мама узнает, рассердится. Давай, идем. Сяофэй, послушай. Послушай меня. Мой друг рассказал про работенку. В доме какого-то богача для какой-то там благотворительной вечеринки требуются официанты. Я как услышал, решил пойти. Я тоже пойду. Точно? Но это же день твоего рождения. Не проблема. И отпраздную, и деньги заработаю. Все просто. Ах, ты ж маленький бизнесмен. Все-таки ты жутко жадная. Что ж, дядя подумает, как провести тебя туда. Получишь новый опыт. Деньжат срубим, поедим. Двух зайцев одним выстрелом. Круто! И день рождения отпразднуем. Спрошу-ка еще раз. Дядь крутой? Ну, а прославиться дядя сможет?
точно знаю, что мой дядя будет очень-очень знаменит и очень-очень-очень-очень-очень крут! Да уж, издеваешься надо мной, да? Ага! А ну-ка, иди сюда! Дядя, пусти! Ладно-ладно-ладно, мелкая! Хватит пинаться! Вот тебе, вот тебе! Дядя! Госпожа Маньпин, вы закончили? Да. Председатель, я ухожу. Папа, выпей чаю. Горячий, аккуратно. Говори, что хотела. Не стой там, как статуя. Мы с Пинтао приняли решение увезти детей в Англию. Меня ты не любишь, так как я родилась девочкой, а вот Елинь любишь. Позволь ей уехать. Но придется тебе ездить в Англию несколько раз в год, а то дети отвыкнут от тебя. Ты же не обидишься? Это я Пинтао отправил тебя, да? Выкручивайте мне руки, пользуясь тем, что я люблю внучку. Папа, почему ты всегда подозреваешь Пинтао? Он все-таки мой муж. Мы просто рассчитываем, что ты поможешь ему продвинуться и получить хорошую должность. Неужели так трудно? Или, может быть, ты думаешь, что мой брак — это сплошная ошибка? Это факт, разве нет? Отец! С самого начала я был против этого брака. Однако ты вынудила меня, сказав, что носишь ребенка. И обязательно должна выйти за него. Я просто не могу принять этого никчемного типа. Он ни на что не способный. Пап, мы уже женаты 9 лет. Ты снова за старое? Сам говорил, что уже не молод, а в компании столько дел. Тебе нужен помощник. И нам с детьми в будущем нужна надежная опора. Мы же родные люди. Несмотря на все это, по-прежнему не хочешь поддержать его? Это я-то не могу дать ему шанс. Маньпин, пойми меня, он просто не тот, кто может вести бизнес, понимаешь? Я знаю, что Пинтао слишком честный, но уверена, если он постарается, у него все получится. Говорил, что терпеливо относишься к сотрудникам, допустившим ошибку. Почему же к собственному зятю так жестоко? Я о нас же и забочусь. Шанс? С чего вдруг? Почему я должен позволить развалить нашу фирму? Папа! Уходи, у меня полно дел. Давай, иди. Ну как, что он сказал? Все то же. Сказал, что не согласен. Правда, не понимаю. Я его единственная дочь. А ты в компании обычный менеджер. В чем смысл? Выгнал, отказал. Смех и только. Потише. Нехорошо, если он услышит. Ему-то плевать на мои чувства. И я ничего не могу с этим сделать. Тебе же нужно как-то заботиться о семье. Почему он не понимает? Когда дети родились, сколько раз ты предлагал дать им мою фамилию, Ян? Отец не захотел. Сейчас дети выросли, зовут его дедушкой, а не отцом мамы. Он уже давно должен считать себя членом семьи. Я сам виноват. Не смог завоевать его доверие. Думаю, нам, как и собирались, надо поехать в Англию. Возможно, после этого он передумает. Тогда мы вернемся, хорошо? Да ладно, не злись. Злиться вредно, я переживаю.
Ты что вытворяешь? Она хотела помочь, она же ребенок. Зачем толкать ее? Злость срываешь. Разве ты не должна быть благодарна любому, кто пытается тебе помочь? Сказать спасибо. Тем более, она твоя родная дочь, посмотри. Она дочь Ян Маньпин. Она с матерью разрушили мою жизнь. О чем тут думать? Вранцы камней положили, что ли? Знаете, что из-за ваших чемоданов ползу, как черепаха? Деньги давайте. Сначала ранцы. Сначала ранцы. Знаешь, а мы специально. Где ты еще столько денег заработаешь? Валим. Дурочка. Что ты сказал? Я вовсе не дурочка. Говорю тебе, я не дурочка. Я не дурочка! Я... Вонючки! В другой раз все расскажу учительнице. Она проверит ваши портфели и заберет игрушки. Не болтай! Не платит ничего мама директору. Немедленно извинись перед моей мамой. А папа меня никогда не обманывает. Если бы не твоя мама, то в конкурсе участвовала бы я. Ладно, я сейчас все расскажу учителю. Повтори-ка про конкурс, про то, кто лучше танцует и кто будет участвовать. Да, учителя жалеют тебя, будут они тебя слушать. Я лучше тебя, это сразу видно. А у тебя лишь дорогущий костюм и балетки. Я не согласна. Как тебе не стыдно? Сама виновата, еще и толкаешься. Вставай скорее. А тебе какое дело? Ты даже не из нашей школы. Вот именно, не из вашей. Но даже я знаю, что Илинь танцует лучше, чем ты. И если сунешься на конкурс, все только в этом убедятся. Я сейчас расскажу учителю. Скажу, чтобы запретила тебе приходить сюда. Тогда я скажу, что ты дерешься, и родителям тоже расскажу. Ты... Вы... Ты как? Ничего. Возьми, это твое. Да, спасибо. Я должна тебе заплатить? Нет, ты не так поняла. Я не ради денег, просто помогла. Потому что она ужасная задира. А ты правда очень хорошо танцуешь, правда? Уверена, даже если 10 раз нас сравнивать, я буду лучше.
тебя коленка в крови. Ничего, я в порядке. Да ладно, ты же на конкурс собираешься. Точно, моя мама работает на кухне, там есть аптечка, пойдем. Идем. Аккуратно. Ах, да, а как тебя зовут? Я же не знаю. Юйфэй. Фееподобная Фэй. Мам, это я. Юйфэй вернулась. Тетя Ван. Дорогая, сегодня тетя Ван припрятала для вас фрукты, сейчас принесу. Спасибо, тетя Ван. Мам, мама. Чего орешь? Не видишь, я занята. Мам, это моя подружка, она балерина. И поранила коленку. Мы пришли забинтовать. Здравствуйте, тетя. Здравствуй. Сяо Фэй, неси скорее аптечку. Сейчас обработаем. Я сама. Она такая хрупкая. Не чета моей Забияке. Я обучалась оказывать первую помощь, лучше сама. Юйфэй, иди и принеси аптечку. Быстро. Присядь. Спасибо, тетя. Аккуратно, медленно. Пойду руки помою. Мажу. С йодом всегда так. Потерпи. Потерпи, сейчас пройдет. Дома ешь поменьше соевого соуса, а то ранка потемнеет. Такие красивенькие ножки. Не нужно тут никаких шрамов. Вот и все. Спасибо, тетя. Юйфэй, мне уже пора. Пошли, провожу. Будь осторожна, не падай больше. Пока, Юйфэй. Аккуратно. Юлинь, вещи забыла. Такие красивые пуанты. Испачкаются тут. Спасибо, тетя. Юйфэй, я пошла. Пока. Не торопись. Предупреждаю, больше не подходи к Елень. Почему? Она из богатой семьи. Ты ей не ровня. Юйюэ. Зачем ты так? Ей же больно. Такова ее доля. Должна усвоить. Водиться с богачами — трата времени, и денег на это тоже нет. Я сказала, держись от нее подальше. Богачи особенные, что ли? Разве не могут два ребенка просто поиграть вместе? Обязательно орать, на чем свет стоит. Твоя мама неправильно себя ведет. Дядя, почему с Елень мама была такой доброй? Даже ранку ее обработала. А мои ссадины мажет тетя Ван. Ну, откуда мне знать, что в голове у твоей матери? У нее уж давно мозги сохлись. Не говори так про маму. Ты злишься, что ли? Ладно, ладно, молчу. Малявка. Знаешь ведь, ты моя любимица, даже если мама для тебя на первом месте. Юйфэй,
Дяде нужно встретиться с приятелем, пора идти. Ты погуляй тут чутка, а я быстренько идет. Портфель. Как я выгляжу? Вы это Людахва. Далеко не уходи. Елень представит школу на международном конкурсе балета в Шанхае. Елень. Она участвует в конкурсе. Кто хочет, тот добьется. Учителя, ученики, здравствуйте. Тема моей сегодняшней речи «Кто хочет, тот добьется». Максим Горький сказал... Сальян! Юйфэй, чего пугаешь? Так и знала, что ты здесь. Одноклассники сказали, ты репетируешь речь. Ел уже? Не успеваю с речью. Тут не до еды. А я принесла. Спасибо. Только обо мне и думаешь. Ну, тут совсем немного. Боюсь, тебе не понравится. Брось. Да, вот задание для них на завтра. Договорилась с ними за один лист, один юань. Не волнуйся, они обязательно заплатят. Так много? Я старалась. Юйфэй, ты жутко умная. Как все это выдумываешь, чтобы заработать? Использование мозгов — единственный мой способ. Не то, что ты. Можешь учиться. Тебе позволили учиться в такой дорогой школе. Хорошо же. Да чего хорошего? Что должен участвовать в конкурсах? Или быть в списке лучших? Знал бы раньше, не согласился бы. Но конкурс — это здорово. Я уже так давно мечтаю поучаствовать. Сейчас вот будет конкурс рисунка, приму участие. Такая довольная. Ешь, а я порисую. Максим Горький сказал, чем выше цель стремления человека, тем быстрее и социально продуктивнее развиваются его способности, таланты. Юйфэй, ты готова? Нам пора. Иду. Довольно? Племяшка в день рождения должна идти к чужим людям, батрачить на них. Хорошая работка. И это уже после того, как дома приготовил ужин и вымыла посуду. Да просто супер обслуживающий сервис. Идем. В чем дело? Идем. Дядя знает, что ты любишь рисовать. У тебя талант. Ручаюсь, что заработаю на курсы рисования. Ты великий художник с прекрасным будущим. И ты не можешь всю жизнь намывать посуду, да? Идем. Погнали. Мама, я пошла.
прекрасное будущее. Резиденция семьи Ян. Шах? Уверена? Ты всегда запутываешь меня, больше не попадусь. Зуб даю. Ну что ж, раз уверена. Шах и мат. Опять проиграла. Давай еще раз. Ты еще очень юна. Иметь такой ум весьма неплохо. Эй. Госпожа, хозяйка прислала меня напомнить, что после фортепиано вас ждет укладка волос. Поняла. Ступай. Дедушка, ты же придешь на наш благотворительный вечер? Заодно увидишь мое выступление. Сегодня ведь мой день рождения. Конечно. Дедушка хотел бы прийти на этот вечер. Но мне не нравится подобная показушность. Ты еще маленькая. Не понимаешь, о чем дедушка говорит. Все понимаю. Ты говоришь, что люди на таких вечерах на самом деле не хотят помогать другим. И уж тем более не хотят праздновать мой день рождения. Просто хотят повеселиться. Я права? Единственное разумное, что в жизни сделали твои родители, это родили тебя. Моя умная внученька, скажи-ка, и в кого ты такая выросла? Все говорят, что... В дедушку! Обалдеть! Сколько же бабла нужно, чтобы такое домище отстроить? Пофиг. Вот, подожди, стану суперзвездой, куплю 3 таких. 3? Зачем? 1 тебе, 1 маме, 1 мне. Чего смеетесь? Отнесите вещи побыстрее. Ну, уже идем. Идем, идем. Когда будешь в Англии, обязательно хорошо учись. В будущем все это будет твоим. А как же братик? Дедушка работает с людьми уже несколько десятков лет и редко ошибается. Он пошел в отца. Полностью унаследовал слабые стороны родителей. На него нельзя положиться. Твоя мама всегда хотела жить легко. Так что могу рассчитывать только на тебя. Я справлюсь, дедушка. Послушай, обязательно учись очень хорошо. Стань настоящим человеком, ясно? Не разочаровывай дедушку. Клянусь. Ладно. Клянусь всегда эту клятву соблюдать. Сказочный замок должен быть именно таким. С таким же огромным двором. А внутри должна жить принцесса. Принцесса, играющая на пианино. С любящими родителями. Интересно, есть ли тут принцесса? Вытри пятно. Сегодня день рождения внучки этой семьи. Шевелитесь, народ, мы быстрее. Чего сонная, как муха? Вообразился о принцессе? Не будешь работать, не будет денежек. Давай, кыш. Осторожно. Вот. Приветствую.
Директор Джан, сколько лет, сколько зим? Приветствую, давно не виделись. Не вижу председателя Яна, он здесь? Он уже не молод, не любит суету. Оставил все на нас, Маньпин. Где-то я уже слышал этот голос, такой знакомый. Кто же это? Хорошо выглядите. Вам идет. Спасибо, выпейте что-нибудь? Конечно, конечно. А вы все так же прямолинейны. Ладно, ладно. Десерт сейчас важнее. Спасибо, спасибо. Сюда. Приветствую. Официант. Официант. Менеджер я. Ваша корпорация устроила грандиозный прием. Благодарю. Благородная госпожа, может, пироженка? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Сяо Фэй! С днем рождения тебя! С днем рождения, муа! Давай, ешь! Вкуснятина! Ну как? Попробуй, дядя! Вкуснотища! Не буду, я уж объелся. Сама лопай. Послушай. Раньше я вращался в высшем обществе. У меня даже есть английское имя. Я известен как официант. Сейчас отвечу. Сяо Фэй, плохо дело. Меня вызывают на съемки. Давай так. После окончания вечеринки попрошу приятеля отвезти тебя. Дядя, не беспокойся. Со мной все будет в порядке. Подожди, вот дядя прославится и устроит тебе роскошную жизнь. Такую же, как у них. Тогда пирожные будем хлопать каждый день. Одно будем есть, а второе выбрасывать. Идет? Ну, я пошел. Дядя, вперед! 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 Прошу прощения, Манпин еще не спускалась. Потороплю ее. Оставлю вас. Не спешите. Угощайтесь. Конечно, спасибо. Так вы говорите, председатель Ян отказался посетить такой грандиозный вечер? Видимо, его зятю действительно не достает авторитета. Что тут удивительного? Голодранец без способностей и положения в обществе. Женился на Ян Маньпин только благодаря внешности. Всего лишь муж принцессы. Как такое понравится императору? Да, верно. Говорю же, твой дядя перегнул. Сперва просит меня дать ему работу, а теперь заявляет, что уходит. А с тобой что делать? Простите, простите! Он не нарочно! Совсем не нарочно! Что тут еще за крики? Разве вас не предупреждали? Сегодня важное мероприятие, как-никак. Ошибки недопустимы. Прошу прощения, возникла небольшая заминка. Сейчас все уложу. Простите, дяденька, мой дядя правда не нарочно. Он ушел по очень срочному делу. Я доделаю все за него. Бесплатно. Помолчи, ты же ребенок, какая тебе польза? Распорядитель Чень, вы что творите? Сегодняшние гости очень важные персоны. Я 100 раз объяснял это. Ошибок быть не должно. А вы привели эту мелочь? Почему? Или можно не выполнять мои указания? Вовсе нет. Прошу прощения. Я не... Немедленно уберите ее. Убирайся. Простите, я могу работать вместо дяди. Отец, отличная речь. Зачем же орать на этого ребенка? Это ведь ты благотворительный вечер сегодня устроил. Ну же, повеселил всех. Пусть ребенок останется, незачем ее выгонять. А если кто будет спрашивать, она мой специальный приглашенный почетный гость. Так, у сегодняшнего мероприятия хоть смысл появится. Деточка, что хочешь скушать? Позволь ему обслужить тебя. Ешь досыта. Спасибо, дедушка. Дело в том, что я уже поела.
А сейчас просто хочу помочь дяде доделать работу. Что ж, не переживай. Из зарплаты твоего дяди не вычтут ни копейки. Так что ты вполне можешь принять мое приглашение и посетить этот банкет. Что скажешь? Правда? Распорядитель, не забудьте, что я сейчас сказал. Маньпин, передайте, в этом доме слишком шумно. Прогуляюсь. Дождусь конца вечеринки, вернусь. Отец! Давайте побыстрее, не уроните. Помощник режиссера, помощник режиссера! Я пришел! Извините, я опоздал. Ты что творишь? Еще раз повторится, замену найдем. Тут такое дело, я не виноват. Не знал, что вы внезапно измените расписание. Что несешь, слова помнишь? Наизусть. Взгляните сами. Малой, ты что творишь? Связался с нашей госпожой? Смерти ищешь? Госпожа, уходите, не волнуйтесь обо мне! Пусть господин отомстит за меня! Ну как? Неплохо. Скоро начнем. Спасибо, спасибо. Ради Сяо Фэй, я должен постараться. Yes, sir.